Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то у нас что-то годное появилось на рынке. Продают у нас. Я уже вам не покажу. Вы, в принципе, у себя можете увидеть, кто не донат. Вольта. Вот я забрал пак Вольта. Порочный пакт. Сетик порочного пакта. Скин на Фрею. Ну, а остальные скины — это вторая акция уже. Решил сделать акцию, посмотреть на, скажем так, активных зрителей. Разыграю такой пакт, не пакт, а пакт и пак с Вольтом. Все условия: вам нужно репостнуть это видео, видео должно набрать 2к лайков, то есть у нас акция там идет сутки. Если я вечером запущу стрим, ну, грубо говоря, есть 12 часов, плюс-минус, там, я не знаю, будет спать, не спать участник. В любом случае, до 8 утра я смогу с ним списаться. Запущу вечером стрим. Если набираем 2к лайков и разыгрываю пак между участниками, что надо сделать? Быть подписанным на канал, должны быть открыты подписки, то есть я должен видеть свой канал, что вы на меня подписаны, сделан репост этого видоса, то есть если вы ставите ему лайк, у вас появляется он на YouTube. В лайках обязательно репост в соцсеть, ВК, там, Контакт, Фейсбук и прочее, без разницы. Участвуют, скажем так, русский сервер, потому что акция идет на русском, не знаю, там на английском, давайте сейчас зайдем глянем, если там сегодня Вольт, но я думаю, вряд ли. Там уже Огнекрыло продают за 400, за 4 больших пака, самые дешевые. То есть все условия: подписка, лайк, репост видоса, открыто должно быть все, чтобы я увидел, и мы с вами разыграем его вечером, если видос набирает 2к лайков. Так, смотрим, что тут у нас рынок сегодня делает. Вот так вот Махатма за 400 тоже, ну посмотрите, по 2000 лупят. Просто заходишь, берешь паки, и тебе на аккаунте ничего надо качать. Так, Вольта Анубиса вижу. Вольта здесь нету. Ну, не судьба, значит, английскому серверу. Так, то есть условия я вам, в принципе, сказал. Они стандартные. Промежуточная, скажем так, акция между Огнекрылом. Набираете, играем. Не набираете, значит, не играем. Это такое дело. Так, окей, сегодня у нас Архидемон. Что там за архи у нас? Так, с отражалкой, разрушение молчания. Так, плюс ловцы. Так, давайте команду соберем. Так, попробовать такой состав, что ли, сегодня. Ведьма, стрелок. Кого я там брал в прошлый раз, я уже даже не помню. Химку мы не брали, Махатму смысла нету. Возможно, Купидона взять. Но думаю, что он не сильно нам поможет. Так, кто тут у нас еще из таких интересных? Так, стрелок у нас уже стоит. В принципе, попробуем такой, давайте, состав. Так, Огнекрыл. Я уже, честно говоря, не помню. Ладно, давайте попробуем. Тыковку собираем. Арта у нас уже нету. Соответственно, ускорялки нету. Сейчас попробуем так. Если не пойдет, то вечером я уже попробую сделать вместе с необузданной яростью. Придется ее выролить. Так, ну где-то там. Где мое седьмое воодушевление? Вот оно. Так, тыковка. Ставим воодушевление. Есть. Дальше. Ведьма. У меня она с разбросом. Так, тяжелый удар. Стоит.
Поставим замедление сюда, давайте. Так, замедление, разброс. Давайте поставим кого. В принципе, надо, чтобы она... Ну, он без топора вроде. Сейчас еще раз перепроверю. Призывает ловцов. Да, это с ловцами, то есть топора нет. Это просто обычный с отражалкой. Окей. Такс. Тыковка есть. Не знаю, конечно, или нам хватит разгона. Возможно, Купидона сюда ставить придется. Ну ладно, пока попробуем так, без Купидона. Так, сюда поставим Ангела. Два героя у нас собрано. Дальше. Огнекрыл. Живу убираем, ставим обязательно разбросик. Вот у меня шестой есть, надо будет сделать семерочку. Так, есть, будем агрить. На огнекрыло попробуем агрить. Хотя лучше, конечно, было бы на тыковку, но лучше сделаем на огнекрыло. Так, есть второй герой, третий собран. Дальше. Сердцеедка. Пробуем такую сердцеедку. Замедление. Так, а что тут поставить такого интересного? Грубую силу неохота ставить, конечно же. Поставим тяжелый удар. В принципе, у нее тоже разброс есть. Дополнительно будет у нас. Нам должно будет хватать. Так. Где наш тяж удар? Есть. Ей поставим. Вот так. Есть. Дальше. Стрелок. Тяжелый удар. Стрелку поставим. Так, кого на стрелка поставить? Сейчас огнекрылу поставим, чтобы был максимальный. Тут слона, в принципе, не особо надо, стана нет. Чтобы мисс поставим вот так. На стрелка поставим Шиару, для того, чтобы не набиралась быстро энергия. Так, стрелок. Где там наша Шиара? Так, есть. На укротителя. Так, укротитель, укротитель. Где ты? Так, тяжелый удар, пиромах. Сюда мы поставим... Вот так, для отхила. В принципе, вроде все. Идем попробуем попыточку. Что у нас получится? Так, создать команду. Вроде все в сборе. Тыковка. Ну, тыковку не знаю. Будем тестировать. Он замедляется, как видите. Самое главное, чтобы он энергию не набрал. Потому что если он включится, то все. Ну, пока, как видите. Но я убрал, у меня урона, честно говоря, не очень. Сейчас они разгон получат. Ну, смотрим, что получится, не знаю даже. Возможно, придется вернуть сюда вместо того же самого стрелка Купидона. Ну, вроде получше идет. Правда, пару секунд, мы уже 10 секунд отстаем. Но это, в принципе, не проблема. Смотрите, мы его замедлили. Единственное, что он сейчас переагрится, конечно же. Вот этот именно переход, самое, скажем так, проблемное. Так, урона нам вроде как хватает. Возможно, сердцеедки. В принципе,
Да, все-таки не знаю, не выйдем мы на топ, скорее всего, с таким темпом. Попробуем огнекрылу замедление поставить сейчас. Тыковка, тыковка, да, тыковке надо необузданную ярость пробовать ставить, скорее всего. Ну, посмотрим. За 40 секунд вряд ли, да, отстаем. Криты, в принципе, вылазят, но, смотрю, доп урон у нас не очень. 20 секунд. В принципе, возможно, нам и огнекрыл тут не нужен, по сути. Сейчас попробуем кого-то вместо огнекрыла, например, ту же самую Фрейю использовать. Да, не хватает. Разгон вроде как и есть, но первые секунды мы уже потеряли. Пробовать Купидона взять. Он хотя бы даст разгон. Пару лишних секунд сэкономим. Ну, сейчас посмотрим, потестируем. Ну, не знаю, вот насчет тыковки очень много теперь вопросов. Да, видите, всего лишь 2,5 где-то. Ну, так вот. Фигня, по сути. Так, что у нас там по топу? Два, это мы сейчас, по идее, на первое место должны выйти. Получается. Вот вам не хватает у тыковки разгона. Так, с огнекрылом, в принципе, неплохо получилось. Я что-то думал, что там 1,8 набили. Окей. Так. Давайте попробуем. Огнекрыла вроде как бы и хватает урона. Купидон нам даст ускорение для тыквы, но по сути дальше он нам не особо нужен будет. Мы и так вот впрягаемся в потолок. То у нас тут еще такой интересный будет по составу. Так. Попробовать ведьму с замедлением. Или огнекрыло попробовать замедление поставить. Место разброса. В принципе, у нас есть сердцеедка, она тоже понижает нормальную энергию, но не всегда. Есть перерыв. Ну, давайте попробуем. Сделаем тестик, уберем. Тут разброс. Там у нас разбросика будет хватать. Поставим сюда тоже замедление. Вот такой вот вариант. Так, создать. Ну, опять же, стартуем. Так, не крыло. И потом всех остальных. Ну, видите, он замедляется. В принципе, да. Думаю, можно. Ну и разгон вроде как бы есть. Есть ли смысл тыковки ставить? Даже не знаю. Ну, сейчас посмотрим разницу в уроне, сколько у нас получится. Это, конечно же, опять рандом. Если мы поставим сюда Купидона, в принципе, здесь все такие более дамажные. Купидон нам поднимет дамаг, но у нас не будет столько целей. Ну, не знаю. Бьем, там дальше посмотрим. Пока опять у нас отставание где-то 10 секунд.
Почему многие спрашивают вечно под каждым видосом, почему именно замедление? Замедление, зайдите просто на английскую Википедию, оно дает возможность дополнительного удара. То есть, когда срабатывает самоумение, срабатывает скилл, и, соответственно, у вас получается, срабатывает доп. Урон. Поэтому замедление, тяжелый удар – это два талантика, которые самые топовые на демона. Но, к сожалению, в последнее время еще и разброс уже катит. Поэтому для именно для таких архи разбросик тоже в приоритете. Хотя бы одного героя с разбросом все-таки придется и рунами ставить. Потому что без этого никак. Да, видите, не хватает, но сейчас должны, по идее, чуть-чуть больше, а может и нет, сейчас посмотрим. Добавлять урона тоже смысла особого нету. Единственное, что может быть, все-таки стак даст о себе знать. Эти самое главное не дать ему просто зарядиться. Если дадите зарядиться, все, вы сразу же сольетесь. Ну, сердцеедка тоже неплохо себя показывает. Ну что, сможем побить предыдущий наш рекорд? 13 секунд у нас на одно отделение, в принципе. Не знаю. Так, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Да, видите, замедление все-таки дало о себе немножко знать. 1 и 2 набили. Вот так вот, ребят. Как всегда, пишите комменты, обязательно участвуйте в конкурсе. Я вам все рассказал, показал. Ждем вечера, я уже посмотрю. Наберете, разыграем, не наберете, не разыграем. Все, всем удачи, всем пока.